Здравствуй, дорогой интернет-друг! Сегодня сказочный дуэт, а конкретно, представьтесь, молодая леди, художник. Я Рапунцель. Рапунцель и интернет Михалыч, сейчас, вот прямо сейчас, здесь, начнем рисовать и читать сказки. Смотрите, читать. О, читать, мы даже пишем читать. Интересно. Иерографическая такая у нас картиночка. Да-да-да, осторожненько. Значит, у нас сегодня Валентина Панина. Вот, и, как говорится, Союз писателей, большое спасибо. Мы получили прекрасные книжечки. Так, читать, ага. Значит, ну, название, как вы видите, сказки. Книжки. Кстати, могу сказать, когда я читал эту книжку, дедушка вообще в своей жизни плакал два раза. Второй раз, когда я читал рассказ... Смотри, читать. Когда я читал рассказ «Котенок». Смотри. Именно читать рассказ «Котенок». Смотри, я все написала. Да-да-да, аккуратненько, не испачкайся тут. Значит, рассказ «Котенок», который тронул до глубины души дедушку, и сейчас я его вам быстренько расскажу. Поплачем все вместе. Представьте себе, маленький черненький котенок родился в подвале. Черный подвал, черный котенок в подвале. Темно, сыро. И вдруг он понял... Как ужасно. И на самом деле сказочно. Вдруг котенок понял, что мамы нет. Он забеспокоился. Он стал мяукать. Мама. И потом мяу. Но мамы не было. А он был такой маленький, он так переживал. И вдруг он услышал наверху голос. «Малыш, я здесь! Мама, почему ты не приходишь? Я хочу кушать, я боюсь, мне без тебя плохо». Она говорит: «Дворник закрыл подвал, я не могу зайти, но ты маленький, и ты славненький, и ты должен, ты справишься. Попробуй по коробкам забраться наверх и вылезти в разбитое окошко». И он стал вылезать. Он падал, прыгал, снова лез, а мама говорила: «Давай, ты молодец, ты справишься». И он говорил: «Малыш», она говорила: «Малыш, не бойся, я здесь, немножко отдохни, у тебя появятся новые силы, и ты заберешься». И он лез, и он старался, он боролся. Он говорил: «Мама, я уже совсем близко, мне осталось чуть-чуть, мамочка, ты только не уходи». И он выбрался, он вылез, и они с мамой пошли искать другой дом. Вот такая замечательная история. Спасибо, дедушка прямо растрогался. Вот. Так что давайте другую историю. О, про пуговку. Привет. Слезы душат меня. Про пуговку. Привет, пуговицы. В коробке было много разноцветных пуговиц. Они смеялись и даже издевались и загнали в угол серую пуговку. Они говорили: прям в лицо. Серая пуговица. Тебя никто никогда никуда не пришьет и никому не нужна. Мы красивые, в блестках, разноцветные. А кто ты? Серятинка, кому ты нужна? Она говорила: а вдруг я тоже кому-то понадоблюсь? Я же хорошая, я же тоже пуговица. Пуговка! А мы пуговицы! Вот так вот они над ней. И тут пришла хозяйка, вот туда же есть картиночка, пришла хозяйка. И стал искать пуговицы. Все пуговицы насторожились. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Но она неупорно не брала яркие пуговицы. Она искала какую-то пуговку. И вдруг коробка упала. И все пуговицы раскатились. Она стала их собирать. Не берет ни одну яркую пуговицу. И говорит: где-то была серая пуговка. Серая пуговка обрадовалась, но она закатилась под диван. И она никак не могла сказать: сидеть.
А хозяйка искала и искала. Все пуговицы не могли понять, да что же она нашла в этой серой пуговице, когда тут мы такие яркие. И вдруг она поняла, что пуговица могла закатиться под диван. И все пуговицы подумали: не, ну ты подумай, если она сейчас ради нее начнет двигать диван, то мы ничего не понимаем. И хозяйка, эта девочка, отодвинула диван, нашла серую пуговку, обрадовалась. И вот шикарная, шикарная мораль. Ну и завершим, тут много сказок, я просто так быстренько расскажу. О, про Фенечку. Ой, дедушке так понравилась сказочка про Фенечку. Фенечка, Фенечкины сны. А, Фенечка. Вот она, Фенечка. Любила смотреть Фенечка. На звезды. Вот Фенечка. И как-то она, Фенечка, и как-то она легла Фенечка. Спать, и ей приснилась звездочка. И звездочка сказала, что она может выполнить любое ее желание. И тогда Фенечка сказала: я хочу летать. И звездочка дала ей крылья. И она полетела в этом ночном пульсирующем звездами небе. Она летела, летела. Это был прекрасный сон. Утром она проснулась. Весь день она была счастливая, рассказала маме. Мама говорит: какой сон. А вечером она вышла на крыльцо, села, подняла голову. В небе горела яркая звездочка, такая же, как ей приснилась. Она смотрела на нее, смотрела. Звезды начинали вращаться, приближаться к ней. Ей казалось, что она летит среди этих звезд. Летит, летит. Так она незаметно уснула. Мама подошла к ней, поцеловала ее в макушку, взяла на руки и отнесла в кровать. Так что спите спокойно в эту ночь. А с вами был сказочный дуэт. Чмоки-чмоки. Споки-ноки. Споки-ноки.